Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» приняли участие в культурно-просветительских мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Депутаты «Единороссы» провели тематические уроки в Одинцовской, СОШ номер 1 и Зареченской школе. Учащиеся и педагоги говорили о традициях патриотического праздника и его истории. Праздник еще раз напоминает о том, что мы, россияне, являемся единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим, отметила депутат окружного совета, директор школы номер 1 Оксана Романовская.